Итак, друзья, вот она, долгожданная коробка. В принципе, недолго шла, всего 3 дня. Заказ из Амазона. Сейчас посмотрим, что это. Сегодня получил коробку из Амазона. Здесь должно быть несколько вещей. Сейчас посмотрим, что внутри. Доставка очень качественна. Коробка закрыта герметично, без каких-либо вмятин, поломок. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Ну, вы знаете, вот сколько заказывал из Амазона, в принципе, претензий нет. Смотрите, идет очень качественно все. Здесь это пластик внутри, воздух, чтобы не было ничего поломано. О, это, друзья, FuelWorld монитор. 2600 nit, ультра брайт. Окей, называется монитор LUT 6S. Full frame 4K. Daylight field monitor, окей. Сейчас посмотрим, что внутри. Ага. Очень классно. Вот, пожалуйста. Так, это мы отложим сюда в сторону немножко. Пока посмотрим отношение монитора. Так, коробка. Это у нас user manual, инструкция. Инструкция идет на английском и на французском. Окей. Так. Touchscreen operation instruction. Окей, Chinese language. Ну, китайского мы не знаем. Получил я этот монитор из Amazon CA, канадский Amazon. Значит, стоимость монитора со всеми причиндалами. Так, это что у нас? Это, ага, ну пленку пока снимать не буду. Значит, вот он. 4K Ultra Bright. Ну, по весу он не тяжелый, очень все компактно. Так, что еще сюда входит, сейчас проверим. Значит, это у нас идет зарядное устройство. От сети. Зарядное устройство от сети. Это как небольшой штатив. И HDMI кабель. Так, пока это оставим. Здесь. Также в дополнение я заказал сейчас придется. Так, открываем. Все сделано супер. Абсолютно герметично, надежно.
Так. Не получается открыть. Ногтей нету. Рвать, разрезать неохота. Я даже, честно говоря, не знаю, что у меня здесь. Ну, сейчас посмотрю. Сейчас предварительно я открою вот это. Так интересно, все закрыто. Да, если захочешь, потом распакуешь, захочешь открыть, уже не сможешь. Это вау. Это у нас идет провод. А, значит, это чтобы протирочный материал. И батарея. Батарея, которую можно заряжать USB кейбл. Также можно заряжать ее с подводка к электричеству. Значит, идет она. Это что у нас? Название батареи. Ампер. MAH. Окей. Разберемся сейчас. Посмотрим. Это интересно. А вот в данной ситуации. А здесь, я думаю, это, скорее всего, к этому стабилизатору. Сейчас. Так, как же открыть? Чтобы не рвать, не ломать. Получится. Так, коробку ложим сюда. Ага. А это у нас... Смотрите. А, понятно. Это small rig. Small rig — это крепится к Zewin Webel S, чтобы сюда устанавливать монитор. Такой интересный. А к нему есть маленькая платформочка такая. И два болтика и ключ. Так, ну, балаган полный. Вот. Демонстрирую. Так, чтобы было понятно, чтобы это не мельтешило перед вами, а могли рассмотреть более внимательно. Значит, название. Сейчас я вам найду и покажу. Вот. Вот название. Ну, лучше сюда, наверное. Так. Но очень важна эта батарея. Она, правда, тяжелая. Но, как я понимаю, устанавливаться она будет сюда. Вот так. О! Так она уже, это самое, еще уже наполовину заряжена. Интересно. Вот так. И можно делать видео, снимать. Потому что экран на фотоаппарате, он очень маленький. Я никогда не пользовался. Честно говоря, придется учиться. Не знаю. Приспосабливаю, учиться. Но век живи, век учись. Дураком помрешь все равно. Хорошо. Рассоединяю. Вот так. Все это удовольствие, которое я вам сейчас продемонстрировал. Батарея. Small rig для монитора, держатель, ну как подставка, как штатив. Монитор.
Монитор я уже говорил. Вот название FieldWall LUT 6S. 6S. Все это удовольствие обошлось в $700 канадских. Не знаю, сколько это в рублях, но в канадских, ну, это не дешево, если так можно сказать. Хотя данная вещь считается качественной. Значит, что здесь есть у нас? Есть порт HDMI in, HDMI out, затем порт SDI in, out. Показываю. Данные HDMI. Это HDMI сюда. Ну, провода есть, кейбл. Потом, значит, здесь меню колесика, touch button. Затем, что у нас еще есть? Для SD card, memory card. Ну, что еще? А есть здесь, значит, для наушников вход DC in, ну, короче говоря, это для зарядки тоже. Ну, отлично. Осталось только разобраться, как это работает. Ну, уже не сегодня, сейчас у нас вечер. И можно будет работать потом уже. Ну вот, на картинке это выглядит так. Данный держатель монитора крепится Wibble S стабилизатор. Сюда вот за счет закручивается. Здесь есть пазы, где он становится. Положение его или вертикально, горизонтально поставить, кто как считает нужным. Я поставил здесь вертикально, чтобы можно было монитор так вот прикрутить и уже использовать. Также есть здесь некоторые к этому держателю монитора в дополнение идет такая пластиковая подставочка. Сейчас я ее покажу. Вот такая. Но она не идет здесь. Ее даже не нужно изобретать. К ней идут два болтика и ключ. Не нужно пытаться ломать голову, куда ее прикрепить, потому что данный переходник, как его можно назвать, он идет для других. Crane 3, потом, ну, короче говоря, для других разновидностей стабилизаторов. А здесь вот прямо все крутится. За монитор в следующем видео. На этом, друзья, до свидания.